Ну, что касается Турции, роли Турции, ну, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Ну, что я могу вам сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза. Мы все время говорим об этом как-то в общем и целом. Здесь не в общем и целом, а совершенно конкретные вот события, которые мы сейчас наблюдаем, свидетелями которых мы являемся. Что я имею в виду? Азербайджан – это независимое суверенное государство. И Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать? Это первое. И второе. Я уже сказал, что никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права, что Азербайджан возвращал территории, которые он считал Азербайджан, ну и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией.